Всех приветствую. Продолжаем рассматривать картины художников и описание к этим картинам. Елизавета Сирани. Порция, ранившая себя в бедро. Эту картину часто рассматривают с женской точки зрения. Изображение состоит из мрачного фона и большой порции, одетой в красное, держащей нож над своим уже кровоточащим обнаженным бедром. Многие исследователи феминистки рассматривают это как образ женщины с сильной воли. Согласно Плутарху, первоначальному рассказчику истории о том, как Порция ранила себя в бедро, Порция сильно навредила себе, чтобы доказать своему мужу Брутту, что она может разделить его тяготы и секрет. Идея состояла в том, чтобы убедить ее мужа в своей силе воли. Однако современные ученые размышляют о том, что этот образ может быть не таким феминистским по своему смыслу, как интерпретировали другие. Современные ученые утверждают, что необходимость членовредительства для доказательства силы воли женщины, чтобы иметь доступ к мыслям своего мужа, ставит под сомнение такое феминистское прочтение. Более того, садомазохистская сексуальность скрыта в обнаженном бедре Порции, в расстегнутом халате, занесенном ноже и ее головном уборе в виде змеи. 17 век изобиловал мрачными, сексуальными, жестокими и тревожащими образами, поэтому неудивительно, что Сирани выбрала тяжелую, замкнутую атмосферу с мрачным освещением и насыщенными цветами. Такой способ репрезентации отражает ее учителя Гвидо Рени, в отличие от Артемизии Джентилески, чьи работы часто сравнивают с работами Сирани. На этой картине Сирани подтверждает всеобъемлющую сексуальную идеологию Рени, в то время как работы Джентилески часто разрушали это. Вот такое описание я нашел в интернете к работе Елизаветы Сирани. Работа называется «Порция, ранившая себя в бедро». Находится в Болонье. Картина. Пока-пока, до свидания.